В этих папках списки жителей новостроек столицы и внутренних мигрантов, а это более 20 тысяч человек. Сотрудники общественного фонда уже более полугода проводят разъяснительную работу с гражданами, рассказывают о преимуществах биометрики. Однако они признают, что есть и те люди, которые боятся сдавать биоданные. Некоторые боялись, что сдав свои отпечатки пальцев, они испугались того, что силовые структуры наши будут использовать эти отпечатки пальцев для каких-то противоправных действий. Нельзя бояться этого, потому что отпечатки пальцев для биометрики – это совершенно другое. Эта акция особо важна в преддверии парламентских выборов, потому как проголосовать отныне по закону о выборах смогут только те, кто сдал свои биоданные. Это, по утверждению ЦИКа, обеспечит прозрачные и честные выборы. Это именно для того, чтобы не пришел человек с чужим паспортом и не попытался проголосовать за другого гражданина. И в ноутбуке будет там, где список избирателей, соответствующая галочка поставлена. И второй раз он прийти и получить бюллетень он уже не сможет. Предпосылки уже есть. На примере районных выборов удалось выявить граждан, которые сдавали свои биоданные дважды. Однако в ЦИКе уверили, что обхитрить систему не получится. Когда расшифровка происходит, в общий котел сливается и выявляется, что действительно, по-моему, порядка 130 тысяч граждан сдавали повторно. То есть, получается, все равно останется только, в любом случае, да, в одном, к одному участку они будут приписаны. Полный список избирателей, по данным ЦИКа, будут составлять после сбора всех биоданных. Завершится все за 15 дней до парламентских выборов. А пока особую активность, по данным ГРС, проявляют город Ош и Ошская область. Они лидируют почти 92%, а это более 630 тысяч человек. Менее активные можно отметить это Иссык-Кульская область, Джалал-Абадская область, где процент прохождения биометрической регистрации составляет более 62%. Город Бишкек находится в тех регионах, где средние показатели. По городу Бишкек показатели составляют порядка 63%. Отмечу, что по последним официальным данным на середину июля свои биометрические данные по стране сдали 2 миллиона 582 133 человека. Джибек Капарбеков, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал.